Начинается матч на Сантьяго Бернабеу. Здорово он видит поле. Отличный пас. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Ну, вот теперь полегче. Да, то спасение было невероятным. Сейчас, конечно, удар был попроще. Модрич снова на Бензема. И есть блок. Лука Модрич. Карим Бензема. И вратарь забирает этот мяч. Алаба оказался в нужном месте. Мяч у него. Казимиро. Модрич. Какой сейв! Вратарь творит чудеса! Мяч летит в центр штрафной. Нет, ничего не получается здесь создать. Надежно играет вратарь. А вот и атака Реала. Карим Бензема. Тони Кросс. Лука Модрич. И штангу от вратаря мяч попадает. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Филипп Костич. Филипп Костич. Хорошо бьет. И это гол. Первый гол в сегодняшней игре забит. На повторе хорошо видно, что никаких проблем в этом моменте у нападающего не было. Он был близко к воротам. Вратаря защитники отыграны. И оставалось только пробить точно, что он и сделал. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Карим Бензема. Реал на половине соперника. Казимиро. Снова с мячом Модрич. Я так сейчас немного забуксовал, но это спланированная остановка. Ищут они шанс обострить игру. Отлично защитник играет. Вот так мяч переходит к сопернику. Бензема с мячом. И ничего здесь опасного не получается создать. Мяч у них на чужой половине. Давид Алаба играет в отборе. Лука Модрич. Тони Кросс. Неудачный пас Модрича. Мяч перехвачен. Пас тут получше отдать стоило. Нет, здесь был офсайд. Слишком рано сделан рывок.
Ну что, мастерски отработал арбитр, не забыл то нарушение, после которого он позволил продолжить атаку, и вот теперь игрок наказан. Ведь ему, кстати, было непросто принять решение за доли секунды. Арбитры тоже могут показывать свой высочайший класс вот в таких моментах. Отлично он мяч держит. Лука Модрич. Если соперник чуть прибавит в прессинге, это может плохо закончиться. Ферлан Менди. Карим Бензема. Не знаю, насколько оправданным был этот фол, потому что позиция убойная. Удар в сантиметрах от штанги, мяч пролетает. Потрепал он нервы вратарю этим ударом. Если бы попал в створ, ох, как не сладко и нелегко пришлось бы вратарю.